Небоскреб Абу-Даби Плаза в Астане – это будет жилой комплекс с лобби и офисами с видом на Байтерек. Высота зданий составит 320 метров. Но это не вся высота. Это конфиденциальная информация, потому что, возможно, мы войдем в книгу рекордов Гиннесса по высоте во всей Центральной Азии. В комплекс войдут спа, тренажерные залы, двухэтажный торговый центр высотой в 14 метров. Все новшества, которые используются при строительстве объектов в Объединенных Арабских Эмиратах, будут использованы и здесь. За зданием будет аллея длиной в 4 километра, по которой можно будет добраться до территории международной выставки «Экспо-2017». Общая территория Абу-Даби Плаза составит 500 тысяч квадратных метров, и будет он состоять из четырех блоков.